Смотрите, какая пробка на Ленинградском шоссе. Несмотря на то, что сегодня карантин, среда, но народ все равно куда-то еще не весь уехал, еще уезжает, уезжает, уезжает. Популярностью пользуются прямые трансляции. Несколько тысяч человек посмотрели прямые трансляции страшного тумана, который привел к слухам о его неестественном происхождении и к абсолютно реальным задержкам самолетов, их приземлением в аэропорту в Нижнем Новгороде и в других городах.